Здесь рыбы нет! А это для папарацци. Давай за русалку. А в старом когда завтра? Да мотор у меня слабоватый туда ехать. Да, долго тащиться. Ну и что? Я в том году он в это Фарково ездил. Часа, наверное, 4 перся. О, а что тебе помещение кушать? Здорово. Здорово. Здрасте. С праздником. Праздником, самое главное, погода классная. Ой, не говори, погода позавтра. Погода подфартила, да? Какая у вас команда? Как называется? Команда. Спартак чемпион. Команда Спартак. Да, да, да. Девятый. Значит, сами меряют, да? Знаете, как это самое? Как его? Здорово, куда? А ты что здесь, Сережа? Спартак-то проигрывает кругом. Спартак девятый. Серега, подними. Потом это, как еще? Девиз команды наш, то, что прочитали. Построение будет. Ну, сейчас обязательно. А как? У каждой команды построение. Пошли вон, это. Анатолич там что-то орет. Ты деньги с собой взял? Да. Шашлыки продавать будут. Уху бесплатную. Там уже вон варят в большом котле. Да знаю я. Уже им участники поживее, пошевеливаемся, время идет, рыба не рыба не спит. Не спит. У Сереги самое лучшее место. У какого? Да, он самый первый, да? Печенок ловил где? Всегда в том месте. А тут получится, кто ниже, тут и прав. Ну, хрен он, да, да. Это, понимаешь, это кому повезет. Так, ну если все посмотрим, как он ловить давайте будет. Давайте маленечко. Тебе должно, говорят, больше всех проведем, там. Чтобы все в курсе были, чтобы никто не запутался там, и так далее. Они живые сидят. Давайте по порядку. Команда «Удача». Будьте добры, капитан, подойдите, пожалуйста. Давай рядом. Получите номер. Значит, на мерзавки-то, блядь, как на лыжах бегать. Тихо, не матерись. Команда «Рыбачок». Капитан, пожалуйста. А мы все? Команда «Караси». Это вы, что ли? Нам он тоже поучаствовать. У нас такое длинное. Команда интересная. Эх, хвост, чешуя. Не поймала ничего. Следующая команда «Сибирская трое». Тут, чтоб не запутались, маленечко накладочки получилось. Пятого номера у нас не существует. Потом идут шестой, после четвертого шестой. Потом. А потом пятый. Команда рыболов. У вас будет седьмой номер. Команда клев. О! Пятый. Ой, у вас восьмой номер. Команда «Пираты». Девятый. Больше нету номера. И самая последняя команда «Спартак». Она у нас будет без номеров. Сейчас тогда мы флажок вам вручим. Динамовский ему дайте. Секунду. Не надо. Сейчас все придумаем, все будет нормально. Что за организация, Савельев? Номеров нет уже. А пятые? Вы что делаете? Что? Месяц готовили, номеров нет. Бардак! Иди закидушки закидывай. Савельев, бардак! А там же номер пустой, же какой-то номер. Вы возьмите эти флажки. Пускай вы будете там, но с пятым номером. А то он не нарочно. Я тут немного вам пару слов скажу, значит. Спят, дали мы в глубине, спят, сиди, ерши, чё.
вечеры. Но не спят сегодня рыбаки в ожидании вот ароматнейшей муки. Вот таким замысловатым хочу вас привлечь ваше внимание. Сегодня второе воскресенье июля всегда отмечается по всей стране этот знаменательный праздник. И мы, как жители нашей величайшей реки в мире, поэтому тоже в стороне не должны остаться от этого мероприятия, и поэтому мы тут и собрались. Ну, сильно вам, значит, говорить сильно не буду. Все правила вы уже знаете. Никаких правил. У нас 9 команд. Еще маленькое внимание, там все призы там у нас будут дополнительные. А самый первый приз будет, например, кто поймал самый первый экземпляр. Вот тут надо успеть прибежать. Судья всесоюзной категории. Бигер Федор Кондратьевич, ребята все честные, не замешаны ни в каких компрометирующих действиях. Вот, то есть, значит, рыбачим с 12 часов до 2 часов. Рыба должна быть чистая, живая, при взвешивании. И, значит, ну, в общем, положение мы заканчиваем. Штраф минус 500 грамм. Кто это? Удочки, значит, вы все знаете. По 3 крючка на команда 3 человека, 3 гонки. На каждое это не менее 3, больше поменьше, но больше нельзя. Наживка, значит, тоже своя. Хотите хоть что применяйте? Вот. Электроудочки идут? Нет. Это браконьерство называется, а мы проблеме браконьерство, самоловство и это не признаем за рыбалку. То есть вот так. Поздравляю вас с Днем Рыбака. Счастья, достижения в ваших рыбацких делах. И напоследок ни пуха, ни пера, ни клёва, ни залева. Насобирал, блин. Сейчас, чтобы веселее было, самые участники, ну, кто готов, можете сказать этот самый свой девиз под команду. Первый номер, пожалуйста. Что, команда, говорит? Удача всегда с нами, победа будет за нами. Отлично. Второй номер, пожалуйста, рыбачок. Мы команда «Рыбачок», каждый хвост у нас зачет. Отлично. Команда «Караси». Рыба «Карась», игра началась. Отлично. Эх, хвост чешуя. Мы рыбачим, но хоть что-то. Тоже хорошо, отлично. Команда «Сибирская трое». Лови везде, лови всегда, и на пруду, и тра-та-та. Ой, хорошо. Так, команда рыболов. Мы команда рыболов, и сегодня нас ждет улов. Отлично. Так, может быть. Команда клев, его. Клево. Рыбаку хоть дождь, хоть стужа, все равно он это сдюжит. Отлично. Команда «Пираты». Мы пришли вас обыграть, чтобы рыбу всю поймать. Ура! Отлично. И команда «Спартак». Подождите, пожалуйста, не начинайте. Еще сейчас два слова. Так, уважаемые господа рыбаки, хочу всем пожелать удачи, с праздником. Наш девиз. Только так добывает наш «Спартак». Все отлично, очень здорово. Все команды сказали свои девизы. По времени как? Все отлично. Теперь вот все, решили. Еще раз мы поздравляем с Днем Рыбака, всех участников. Желаем всем удачи, чтобы классный и очень хороший поймали улов. Приготовились все дружно, по взмаху приступаем к рыбалке. На старт, внимание, марш!
Поехали! Босиком ходи! Еще раз, участники, кто поймал рыбу и так далее, пожалуйста, поактивнее, помашите, покричите, там ногами потопайте. Можете в воду залезть, там искупаться. Че, Вань, клюет? А как клюет? А кто клюет? А зачем клюет? А когда клюет? Да. Нормальное место. Ловить надо уметь. Наталья, где рыба? Здесь рыбы нет. Выходите, здесь рыбы нет. Не секрет, как наживляете, да? Не секрет. Секрет, секрет. Надо еще плевать обязательно надо. Но мы не будем. Что? Камера рядом, секрет, нельзя так. А черви-то что-то худоватые, слушай. Это на втором, видишь, по два, видишь, один такой наш, другой такой, это специально. Любители. Понятно. Че у тебя, Галя, клюет? Неводом круче, да? Да. Что, Колян, есть что? Ну, Андрюха, я думал, ты первую рыбу поймаешь. Да никто не поймал. А как клюет? А кто клюет? Зачем клюет? А когда клюет? На что клюет? А у них круг маленький. А что поймали? Кого поймали? Грамм 250. Восьмой номер. И что, Жека, надо было этих опарышей развести, сейчас бы, знаешь, как вырывал бы только эту рыбу. Я тебе говорю, знаешь, как клевало бы, все призы бы вырвал. Галяк. Чего, шашлык будет? Не будет шашлыка. Не будет? Я себе это, я столько уху делаю. А, я думал, шашлык будет. Ага, я все успею, что ли? Электроведник, вот, столько будет. А это что, можно снимать можно или нет? Не надо. Опа. Можно. На день рыбака можно. А точнее, эти там сидят на отшибе, им с невода не подсыпают там. Они не хотят, что рыба. А Серега,
закидывай. Да ты что? Да. Помочь ему, что ли? У меня хорошая есть одна. А у меня нет. А он не ушли уже? Как ушли? Вон палки стоят, сидят. Че, Паша, нету рыбы? Отойди. Нету рыбы? Блять, я уже думаю, не уйдите. Быстро поймал ее. Ты это, у тебя секрет, это наживляние какие-нибудь есть, нет? Есть. Какие? Я обычно это... Ну, когда это вместо начинаю, когда что это? Да, нифига, конус на харю повешал. Не конус, блядь. Самое главное, замануха. Так ты его утопил заранее. На, плюнь, моя. Плюнь! А, испугалась. Оттуда отстань. Иди сюда, Аня. А почему я на тебя напишу, что я не помню нормально? Где-то мне же, блядь. Ты ее, походу, выкинул просто. К леске-то не привязал, ходовы. Ёб твою мать. Ну, тебе чёрт. Так вода теплая, иди доставай. Недалеко же. Попробуй вон той закидушкой перекинь. Может, зацепишь ее. Вон той перекинь, попробуй, зацепишь, может. Да я только ушел от него. А небольшой сижок такой, наверное. Кто, первый? Привет, Свет. С той стороны, да? Поёгла. Сегодня не из таких бутылочек надо пить. Потому что... Так, плюс 35, что это? Плюс 35. Ничего не хочешь? Да. Ничего не надо? А где она? Ну иди к папе, Ты взвешил свою рыбку? А наши рыбки! Взвешил? 18 грамм. 15 грамм! Слушай, можно поймали! Ну и сюда подвешай. 8 штука. Она же вешается за рожки. Костя! А? А? Здесь рыбу, Паша, съех. Вот тебе рыбу, там количество взвешивать. Там количество надо. Видишь? Ё-моё, они уже помирают. Нет, живые. Я. А, блядь, широколобка с окунем не дохлые были. Она только что вытащена, не надо. Так, ну всё. Так что, посчитали мальков-то сколько? У меня-то все круче. Да у меня тоже жабры бежит. Да, Федя, а что ты не посчитал рыбу-то? Вот именно. Сколько штук посчитали? Да больше! 8 штук. О, видишь, больше всех поймали. Нет, по количеству, что ты гонишь? Давай, давай! Считай на! Ты где их ловил? А у меня за год еще стоят. Места знать надо. Да. Дебил ты. Ну я наел. Так, уважаемые зрители, участники, значит, происходит награждение. Третье место в честь Дня рыбака команда «Спартак» в составе Каёвла Сергей Юрьевич, Каёвла «Спартак» Яна. Чемпион! Просим подойти. Лена, иди сюда. Труп пиратов. Идет. Лена, блин, иди сюда.
сюда. Давай быстрей! Яночка, быстрее ждем. Победители ожидают свои призы, кроме вас. Тебя награждать собрались, ты, блин, пропал. А что делать? Что мне объявляли? Так сколько так уходят? Награждаются ценными призами и грамотой. Подходи. Поздравляю. Так, держать. Будет. Так, второе место. Честь для рыбака, команда «Караси» составить. Идут Николай, Печерник Александр и Печерник Дмитрий. Молодцы, ребята. Коля, тебе пошла на пользу. И первое место. Честь для рыбака. Завоевала команда «Клюбов». Поставили Леймана Ивана, Егорова Светланы, Леймана Ивана и второго Ивановича. Так, теперь нам, товарищи, специальный приз. За самый первый улов. Да? Награждается команда «Спартак». Клёво! Клёво! Извините, извините. Окули поймали. Нет, нет, нет. Сига. А, все, извиняюсь. Теперь у нас самый возрастной участник. Самый возрастной участник получился Каёва. Сергей Юрьевич! Бегом. Куда-то сбежал. Так как не ходит. Ел ты за балком уже сидишь. Поздравляем тебя. Это тебе компенсация. И самый юный участник у нас есть. Это Печёник Наталья Витальевна 2008 года. Извиняюсь, а где там? Нет, он не включен в команду был. Вот маленькая, вот Наташенька. Вот тебе рыбачье здоровье, тренируйся, в следующий раз будешь победителем. Товарищи участники, не расходитесь, погодите еще. Сан Саныч, куда пошел? Иди сюда. Иди. Так, теперь, значит, товарищи, следующая номинация у нас. Мы, правда, еще не решили. Уху не пробовали. Но до этого достигнуто слухи, что уха отменная. Поэтому команда поваров награждается специальным призом. Просим кок-повара подойти. Вы еще не пробовали, но попробуем. Мы тебя поздравляем и улыбаем это и на уху запить. Награждается утешительным призом за наибольшее количество выловленной рыбы. Награждается Лейман Надежда. Просим. Шампанское давай. Держи. Че ты, давай мне что-нибудь подари.
давайте. Так, товарищи, награждается команда за участие в нашем первенстве, команда «Удача». Где «Удача»? Сереж, иди. Специальным призом награждается команда «Пираты». Так, ребятишки, в следующий раз, я думаю, вам еще лучше повезет. Значит, команда награждается специальным призом, команда «Рыбачок». Есть такие? Нет, нет. А что это? Молодцы. Я Леня. Ну, мы будем ждать. Да. Андрюха, одень одну. Команда награждает специальным призом команда «Рыболов». Этот куда засрали? Так, команда специальным призом, команда «Эх, хвост чешуя». Понимал я дополна. Так, команда награждается «Сибирская Троя». О, ребята! Спасибо за участие, приезжайте еще. За честное судейство. Без всяких нареканий. Команда судей награждается притащил специальным призом сладким напитком. Ладно. Еще рыба. Призов нету. Ты сейчас закинул, поймал. А где уха? Дальше, что тут сейчас так, на этом я передаю у нас сегодня здесь присутствуют два именинника. Один это Истомин Александр Александрович и наш, не знаю, Витька тоже бывший, но он сейчас здесь присутствует, Стыбин Иван Иванович. Просим подойти и в честь их еще исполнится, значит, песенка в честь дня рождения. Все мы их похлопаем и поздравляем, все им пожелаем счастья и здоровья. Ванюха! Ванюша, шире шаг! Теплоходный гудок разбудил городок. На причале толпится народ. Все волнуются, ждут только 10 минут. На причале стоит теплоход. На причале стоит теплоход. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поднять не могу. Ты приехал сюда, и казалось тогда, что ты мне предназначен судьбой. А потом целый год я ждала теплоход, чтобы вновь повстречаться с тобой. Чтобы вновь повстречаться с тобой. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой от
походе музыка играет, а я одна стою на берегу, машу рукой я сердце замираю, ничего поделать не могу. В этот первый проход убавляет свой ход, я того, что не сбудется, жду не мог. Первый свет в городке, первый лед на реке, я к цвету по нему не дойду, я к цвету по нему не дойду. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу, машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу, машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Yeah.
всем под крыльями мельями. Счастье у с ними. Ой, вы гуси мои, лебеди. Грабит? Все бери, а премию я не заработал. Ё-моё, столько рыбы они не выиграли. Бери, бери еще. Скоро все являются. Сережа. Вот он идет в команду.
Че, че, че? Команду. Да я, по-моему, палец сломал на ноге. Да ты че? Да. Ты че? Но посинел, если он об балок ударился. Ай, ай, ай. Котика, сегодня вода прибыла, да? Да. Савельев мне говорит, 10 сантиметров упало. Я говорю, где ты че, на 10 прибыла? Ну во. Шевелимся, шевелимся, народ. Кто хочет участвовать в конкурсах? Вот первый! Вот первый человек! Пам-пам-парам-пам! Сережа, молодец! Куда пошел? Что там такое? Давай! Команду набираем, товарищи, одну и вторую. Одна уже набралась, наверное. Давай, Колян. Молодежь, давайте. Взрослые набрались, теперь, наверное, молодежи надо собраться. Нас Коляном берем. Ира, иди, вставай, вторая команда. А что ты ко мне подходите, ко мне? Вон, вон одна команда уже забралась. А ты одна в команде, что ли? Поддержите тетю Иру. Ну вон туда, встаньте. Мы тоже вот играем. Сюда, сюда. Встаньте сюда, Виталия. Вы равное количество мне надо, а то там 4, а тут 8. Делитесь, я вас не могу делить. А где команда-то? Вон стоит. Не поверим в ваши знания. Все, равное количество. Команды поделились? Вставайте кто-нибудь, отделитесь равное количество. А что делать-то? Что делать-то? А что, три команды? Ладно, три команды. Сейчас участникам наших команд вот вам разделить карточки. Вам сейчас нужно построиться по рангу. Знаете, как строиться по рангу? У вас карточки с названием. То есть от младшего к старшему. Лиза, наоборот. Кто правильно построился? Мы. Мужчины, проверяйте, кто служил в отводе. Кто? Валя. Все ориентируются. Вот знаю. Все правильно. Вы тоже правильно. Вот у нас команды собрались по рангу. Скажите, пожалуйста, кто правильно собрался по рангу? Микрофончик вам, пожалуйста. Правильно, все выиграли. Я на море, нам не встретимся никак.
Бабки вас выигрывают. Мамонтенка сейчас падает. Я уеду, по морозам, отличим глаза, на Балтийскую волну. И на море буду. Что-то как-то вторая команда тухла, Ваденька. Третьи отказались вообще петь. Команда женщин выигрывает сегодня у нас. В этом конкурсе только. Подождите. Всему терпение. Лиза, принеси якоря там. Сейчас будет конкурс с якорями. Все участвуют. Вам раздаются якоря. Ага. Мы тянуть не хочем. А придется, не тянет. Каждый, разбирайте якоря каждый себе. Нет, еще нет, я не смогу. Еще три. Вика, иди сюда. Что, иди, Вика. Ольга, лови якорь. Поймал. Так не поверите на якорь. Каждая команда, сюда одна команда, сюда и сюда. Опять мы так хорошо стояли. Мама, стойте там, они туда побольше. Морячки, давай. Я морячка, ты моряк, я рыбанька, ты рыбак. Я на суше, ты на море. А где? Сюда не будем вешать, это полусмотрим. Так, а что мы должны делать? Всей команде опускаем лицо. И сюда, говорю, не понимаю. Подальше. Молодцы, у вас команды не было. Не надо, пожалуйста. А камера, да. По моей команде подтягиваем якорь. Так, оп. Я еще не сказал. Так, давай, фоль старт. Я сказал, по моей команде. Давай. Тягиваем, до конца, чтобы быстрее тут. А веревка маленькая. Два, три. Реакция. Мы медленно забирали, а вы быстро попали. Бабки проиграли. Мы медленно забрали. Не надо, нам повнимание. Нам надо быстро. Нет. А то утонем еще, пока будем доставать. Надо правильно. Теперь у нас конкурс со спасательным кругом. Кого-то бить будем? Да. Саня! Аленку! Кого-то бить будем? Каждого из команды по одному? Да. Вот у нас три команды, у нас выбрать это только два. Нет, талию крутить сегодня не надо. Так, эти флажки у нас там. Там плохо бежать. Вы у нас будете лить пунктирная линия, вон там стоит. А что надо делать? Иди сюда. Мы судить будем. Давай, стекла уберите. А где стекла? Это надо молодежь ходить на руки. Ладно, вы не победите нас. Вы правы, дальше, да, молодые. Девчонки, давайте. Стекла уберите. Наверное, это...
бежим туда обратно, передаем другому. Отпустить не надо. Дети, ноги, обратите маленький себе. Ноги, облегчите. Не надо. Один бежит, дорогая. Девочки! А самый последний кому дает? Кто быстрее добежит до финиша? Девочки, бежим до обруча! Молодец, бежим сюда! Сашу, отбегаем! А, мы с обручем, мы уже надеваем его! Отбегаем сюда! Бежим, передаем обруч! Тот бежит сюда! То же самое! Под ноги смотрите. Раз, два, три. Фотографируй меня. В смысле? Ты еще ближе подойди. Кольку, фотографировал ты его. В смысле? Откинулся опять. Как понял? Камеры сбежал. В понедельник сказал, обратно поедет. Че? В понедельник обратно сказал, поедет. Камеру. Возьмите меня в тюрьму. Поймал сегодня? Пусто, вода ж не было. Вообще пусто. Что за фигня тут? Ну эти сняли нахуй, ребята. У кого? Коврики нахуй. Так, сейчас распутываем сетку. И пока Ваня надо подождите. Я полшутов спустил, вроде Григорьевский проект. Он вчера в обед уезжал. В Романово. Руками. Вадьба, ну давайте усложним, надо лопнуть. Нет, я-то всем приезжал. А? Я-то всем приезжал. А я просто... Так, да, раз, два, три, распутываем сетку. И подводываем шару. Раз, два, три. Опять! Уже я упал! А пенсионеры можно отдохнуть? А приз будет? Молодежь, пенсионеры!
Команда молодежи, встаем на туда же. Где белый песочек? Иди, мистер Мама. Давай, Сури. А что краснеешь-то? Ну да. Команда у нас берет пару. Бутылок. А если я тебя так? На YouTube? На YouTube? На YouTube. Он до кура говорит, он постоянно в твоем сайте сидит. Ага. Он все говорит про деревню знает. Смотрит, но видео постоянно. Все, мальчики побеждают!
вот мы пробежали в лесу. Так, нашим участникам конкурса раздаются. На, бочку, спасибо. Датчик. Чупик? Тут грузы. Какой? У меня все ноги закрывали. Света, а Витя это где? Он вот там где-то, да. И за нашу карту. А, вон. Ты пошла вон, у меня еще видео. Нет, тут вода холодная сильно. Нет, тут нормальная вода. Света, ты мне не говори, я в нее заходил. Вон там. А? Нет. Ну там. Нет. Ну пап, ну все пойдут, я тоже хочу. Чуть-чуть только. А он, наверное, не умеет просто. Вставать. Первый раз, может. Жилете лучше вставать. Но. Снимай сейчас на выходе. О, встал вроде. Газу давай. Жилете лучше вставать, подкидывать. Еще мотор бы помощнее, вообще бы хорошо бы ходил. Нормально? Прикольно, да, пап? Хочешь тоже покататься? Нет. И не упасть? Я палец сломал. Какой? На ноге. Когда? Сегодня. Чего врешь? Я тебе серьезно говорю. Сейчас... Мы надолго на ту сторону? Что-то одну руку вообще отпустил. Мы, может, вообще не поедем? Давай. Вечером приедете, потом меня заберете. Папа. Это откуда? Не, Витя, сегодня не поедем еще. Пойдем, Санька, да, пойдем. А кто едет-то? Кто на лыжах-то? Вовка болит. Вовка рыбачок был. Падай, Вова, падай. К берегу давай уходи. Иди в лодку надо. Вульк?